Ресторан «Белые облака». Через 2 часа. Время пошло с момента просмотра сообщения. Не пытайтесь прослушать это сообщение еще раз. Оно уничтожено. Время пошло. А это ресторан «Белые облака»? Да. Спасибо. Здравствуйте. У вас заказан столик? Меня ожидают. Пожалуйста. Пожалуйста, присаживайтесь. Снимки удачные, но в жизни вы гораздо интереснее. А вы зря отказываетесь. Да уйдите вы отсюда! Да, Маргарита Брониславовна, мне прям даже как неловко. У нас так с вами никакого романтического свидания не получится. Ближе к делу. Маргарита Брониславовна, вы волнуетесь? Это прекрасно. Женщина должна волноваться. Это привносит в наше свидание некую трепетность. Вы не находите? Нахожу. Что-то ты, Пашенька, сдал. Ну, понты, пафос, эффекты дешевые. Ну что вы? Какие же это эффекты? Это так, разминка. Эффекты у нас будут впереди. Суп вот. Уйдите! Нет, несите. Слушай, я не ожидал, что ты прям сразу на меня набросишься. Уйдите отсюда! Не надо кричать, не надо. Я супа хочу, черепахового. Вот вы, Маргарита Брониславовна, каждый день, наверное, черепаховый суп ели. А я 3 года на баланде. А мог ведь стать Шопенгауэром. Или Биллом Гейтсом на худой конец. Дайте ему этот суп. Ну, хочется мне вкусненького. Ну, зачем сразу избивать-то? На допросах никто не бил, а тут, пожалуйста. Где у вас свет включается? О, любит при свете. Темперамент бешеный. Влюбилась в меня, как кошка. 3 года тосковала. Дорвалась. А остальные блюда? Уйдите! Чего ты хочешь? Тебя хочу. От позора избавить. Пожалуйста. О, напрасные действия. Таких дисков может быть 1000. Теряете контроль? За тебя? Бокал возьми. И не ломайся. Соглашайся. И тогда твои фотографии не напечатают, потому что любое идентичное изображение, попадая в компьютер редакции, автоматически заражается. А пусть печатают. Я же не фотографировалась. Это фотошоп. Новая грань твоего таланта. Взял мое личико, чье-то там тельце. Вы большой художник, Павел? А как же экспертиза? Какая экспертиза? С какой стати? Всем и так понятно, что ты хочешь меня скомпрометировать. Я тебя засадила за решетку,
Ты вышел и мстишь. А давайте закажем десерт. Вашему мозгу питание необходимо. Питание. А как же контракты? Вы же в агентстве заключили контракты. Сваха вас опознает. Или сваху... Фук! Ша! Ну вот если бы контрактов не было. Но они есть. Рита! Я прошу прощения, не за... Что ты, к черту? Я говорил же, ничего страшного. Предложение сделаю. Ну вот. Все испортил. Лех, омары будешь? Присаживайся. Несите омары. Понял. Я тебя все равно посажу. Ну что ж, я сделал все, что мог. В тираж вас Маргарита принесла.